Երևան քաղաքի Բաղրամյան պողոտայի սկզբնամասն է։ Տեսնում եք, որ շատ քիչ մեքենաներ կան, սովորաբար այս ժամին խցանումներ են լինում, բայց այս պահին համարյա շարժ չկա։ Պետք է նշել, որ մետրոն էլ է փակ և գետն անցումը նույնպես դատարկ է։ Вот, ребята, вам ночной Гонконг решил показать. Пока только-только начинает светиться. Это еще не все, это только начало. Вот кораблики уже плывут. Видео не про красивый город, а о том, как люди в испуге и в страхе, в панике от вируса. Пустые магазины без кассирш, без единой души. Айсенса повоцум вичака. Вот марка, вот автомекена, вот мекчика. Да, дарк. Мио кичка има повоцум. Ага. Դիմացը Մակդոնալդսն է փագա ու մարդչկը, նայ։ Ժողովուրդ ջան, բարևներ Ռաստով քաղաքից, Սաղտունը նստած են, Սաղի ավտոները հայատները կանգնած, այս ժամին ինչ գործուններ ես քան ավտոներ հայատները, մարդչկը համարյա դուսը մեկ երկու հոգի Привет из Санкт-Петербурга, далекой Армении. Вот город Санкт-Петербург. Очень трудное для нас время, 2 апреля. Президентом объявленная неделя идет, выходных. Очень мало народу. Естественно, коронавирус нас подвел. Город гостеприимный стал теперь слегка закрытым. Если можно так сказать, машин, как видите, очень мало. Это Витебский вокзал, наша гордость и красота. Это Загородный проспект. Я снимаю институт медицинский. Надо отметить, что люди во многом с пониманием относятся. Работают у нас только на острые заболевания больницы, поликлиники. Работают, конечно же, продовольственные магазины, работают сейчас хлебопекарни, но основная масса, конечно, закрыта. Ну, мы это переживаем пока спокойно, что будет дальше, поглядим. Привет всем!